Хоп, хей! Всем привет! С вами Илья Репин. Сегодня мы едем 24 часа спа. Шучу, 6 часов. Всего лишь 6 часов спа. На портале Версиван. Я зря крыло поставил на тройку. Так слышно. Я скинул настройки, на которых едем, Руслан. Их нельзя менять уже. Да блин, куда? 20 литров. Микстура квальная. Все. Квальная микстура. 20 литров. Так. Как слышно меня? Прием. Руслан, ты куда-то поехал, что ли? Руслан, квалификация идет. Ты что делаешь? Ну, я еду. Ты, Руслан, ты это нормальный. Квалификация ГТЕ идет. Выйди с серой. Так еду я, квалифицируюсь я, Руслан. Во-первых, сейчас квалифицируется Илья. Во-вторых, сейчас квалификация ГТИ. Ты что делаешь? Выйди вообще с серым. Руслан, ты куда-то поехал? Тебе даже вон написали. Все. Сейчас нам штраф влепит за тебя. Все. Все, все, все. Теперь вот эту штучку мы сейчас хоп. Хоп, хоп. Так. Руслан, тебя не слышно. Нет, сейчас не интересно. Сейчас не... Да. Сколько ждать-то? Чего ждать? Ну, Илья проедет, а что потом? Все, потом гонка стартует, и ты ждешь свои смены. Когда? Во сколько? Не знаю. Как Илья тебя даст управлять? Тебе пораньше, третий? Руслан, отдать? Ты третий поедешь, получается? Ну, мы сейчас можем это решить, как лучше. Тебе там пораньше надо закончить, да? Или без разницы? Да я бы тогда сейчас пошел, тогда поработал. И потом бы присоединился. Ты бы лучше пошел бы по тренингу хоть чуть-чуть. На серваке. Ну, в смысле, на этом. Где? В одиночной. В одиночной практике. Ты же вообще не тренил. Ты сейчас, блин, сядешь и разложишься сразу же. В одиночку заходишь, этот же мод включаешь и ставишься дождь. В сильный дождь и гоняешь. Так. Все. В общем, квалификация. И 6 часов гонка. Едем мы в 3 пилота на одном экипаже. Давайте посмотрим, как там у нас идет квалификация на ГТЕ. Так. Илья, ты понял, что да, фишка? Какой фишка? Нет турел. Нет турелца. Ну, может, он не будет стартовать пока. А их экипажа вообще нет, в принципе. А чё они? Он что-то зашел и вышел потом сразу же. Ну, смотри. Со всеми поздоровался и все. Они едут на Завиарсе, на желтой машине. Слушай, а чё мы опять, блин, втроем едем? 4 машины. 4, да? Что, подожди? 3 я всего. А, нет. Виолин. 3. Тигрян. Воронков. Имхидария. 4 машины.
Короче, понятно. Руслан, стартуй. Не-не-не-не-не. Не, на самом деле Тигран может нам составить хорошую конкуренцию. Он же в прошлом этапе, если бы не разложился бы, нормально ехал. Ты давай сначала, в крайней мере, задай темп гонки. Как там пойдет, сейчас посмотрим. Что мы сделаем? Руслан, тебя всегда плохо слышно, когда ты говоришь тихо, или что там у тебя происходит. Мне кажется, он вообще не с нами разговаривает. Короче, Илья, давай, короче, гонку делай. Соответственно, я не знаю, сколько ты сейчас поедешь стентов. Ну, постарайся экономить. Если ты видишь, что темп у тебя прям высокий, снижай микстуру. Если ты уезжаешь от всех прям на первую, микстуру снижай. Вот, и, в общем, езжай аккуратно. Сбрасывай газ там перед таким жестким торможением в конце прямой. В общем, эконом. Yes, sir. Здесь, короче, будет важен каждый пит-стоп. Я забыл вообще... я пару раз въезжал в питы. Ну, просто там, по-моему, пит такой длинный. Здесь не ГТЕшный, здесь обычный, кажется. Ну, один хрен. Не, здесь короткий пит-стоп, обычный. Короче, один хрен пит-стоп там в районе 40 секунд. Ну, минута будет. Я думаю, сейчас все поедут именно на экономии. Но ты постарайся экономить, а при этом отрыв держать, если у тебя получится вообще уехать. Короче, посмотри по темпу. Как вам такая расцветка? Дальше все ориентируемся. Вообще просто такой. Че, я пойду поужинаю, наверное. А то я не ел еще ничего. Давай, конечно, поешь, поспи, поработай, потом потрень и как раз закончишь финишируешь. А ты сейчас молнии светло. Ты там стримить будешь? Так я стримлю, сейчас я ссылку вам закину. Я стримлю уже, да? That's 2 minutes left. 2 minutes. Куда ты скинул это? Да. Пойду быстро поделиться с интересом. Кстати, Феррари первое место. Так, что там у нас? Сколько осталось? Минута. Чё ты сказал? Повтори прием, не слышу. Пардонте. Да, кстати, забыл сказать, у нас дождевая гонка сегодня. Дождевая гонка. Спа. That's the end of the session. Плохо. P2.
Ну что, когда это начало? Заходи ко мне на стрим, и будешь в курсе всех событий. Так я прям на сервер сижу. Ну, тогда такое, тем более. В офисе пропадает мышка. Это ты delete нажимаешь. Нажми delete еще раз. Слушай, нифига. Ты как где-то додумал? Да вообще случайно, методом тыка тоже что-то клацал. Хоп, смотрю, у меня пропал курсор. Я понял. Удалить мышку, да? Ну да, походу. Че, скинуть твою ссылку в этом раздел стримов в Discord? Ага, скинь. Версии. Да-да, давай скидывай. Будем продвигать нашу команду. Твой канал. Мой канал. Так. Да. Хотя не буду. Сейчас они начнут все слушать. Да что там слушать-то? Они и так все знают. Ну да, не скидывай. Потом скинем, после гонки уже. Ух. Ну, поехали. Ну, удачи тебе. Yellow flag. Disengage limiter. Какая сейчас влажность на трассе? 88, 99. Тогда под конец сессии, возможно, придется еще раз выехать, а возможно уменьшить влажность. Да, я уж подумал об этом, что может быть зря я поехал так рано. Да не, ничего, просто заедешь, поменяешь шину, дольешь топливо, сколько тебе. Ну вот, пожалуйста, Рябцев пришел к нам в гости. Играет на наших нервах. Рома. Хитрый, смотри, тут прямо во время коллаба зашел. Когда все расслабились. Да он вообще, гад, не тренил. Или в одиночке сидел. Мне кажется, он не тренил вообще. Тем паче будет обидно ему проиграть. Но у нас есть Руслан. Ну, значит, смотри, сейчас тоже на его темп, я думаю, поедете начать вместе. Главное, стабильно. Скользко-то.
Дождик пошел. Блин, начал рано тормозить, в итоге все равно не попал. Неплохо. Да что ж ты, давай, пожалуйста. Оп. О, еще пришел Иван Егоров. Ну вот скучно не будет. Ай, блин, красная вода. Поребрик задел. Ну ладно. То есть машина забирает. Так. The guy behind has just done a 234.6. По-моему, они не собирают хвалиться. А на самом деле смысла нет. Я тебе предлагаю тоже не париться отдохнуть. Езжай в питу. Если у тебя улучшений нет, то езжай в питу. Дождь пошел. Ну я кроме первого поворота прям хорошо проехал. Если бы первый поворот не проскользил, было бы еще лучше. Из 22 бы вышел. Вот мы внесли эти изменения. По ощущениям лучше стало? Ну, фиг знает, я же тебе говорю. Мне и так было нормально. Они, видимо, какие-то такие несущественные внеслись изменения, но я их не особо чувствую. Стиль рождения. Не знаю, короче, попробуем. Сейчас будет лома. Если не совсем не нравится, в принципе, можно откатить. Не, ну я вот сейчас еду же на них, на этих новых настройках. Ну, нормально, я доволен, в принципе, все хорошо. Гарлингов проехал 2.27, Гарлингов проехал 2.34. Мхитарян, Рябцев и Егоров стоят в боксе. А они умные, они думают, сейчас дождик типа не идет, а он пошел, да? Думали, будет меньше влажности. Да не, я думаю, что просто они не собираются хвалиться, потому что еще 6 экипажей, смысла особо в этом нет. У меня тут куча всяких желтых квадратов, блин. Ну что, меня радует, хотя будет интересно. А вот, мне кажется, количество машин GTE уменьшилось, да, получается у нас.
13 экипажей, из них 6. DPI 7. The guy behind has just done a 224.5. Ты поедешь Iron Man? В июне. Там с первых числа июня, по-моему. Я бы триатлон пробежал, Iron Man. Короче, то есть 7 рейс на GP. По-моему, спа будет, будут вот эти кадиллаки DPI, но с двигателем, по-моему, с обычным DPI. В принципе, машина такая же, там все эти настройки подходят, просто она чуть более медленная. Слышь, как грохочет. Не, не слышу. У тебя гроза есть? Да, вообще гроза. Дождь идет. Слушай, ну я привез ему 2 секунды. А он был примерно такой же по скорости. Или не был? Это у нас в Москве гроза, а не в игре. Я вот сейчас тоже услышал за окном. Слушай, Левяненко, скажем, ему тяжело дается, прям езда под дождем. Прям что-то совсем не трасса. Мне очень сильно скользит. Слушай, ну ты посмотри, вот 80 с чем-то влажность, я проехал 2.22. Это очень быстро так-то на самом деле. Наверное. Потому что... Это хорошее время, потому что я, по-моему... Мы, по-моему, помнишь, с тобой 25 ехали, 24. Вот я, знаешь, я помню, что при примерно 90 лучшее, что я смог собрать, это было, по-моему, 23.5. Это примерно одно и то же, там 90-88. Нет разницы. Так, Беленька, заехал спиды. Тут жаворонков атакует до сих пор. Просто квалификация идет, люди все стоят. Да, один жаворонков на трассе. Это кто приехал? Жаворонков. Беленька выезжает. Так, а что если это... Не, оно не высохло. Не высохло. Давайте посмотрим вот так. Как он едет? Максим Жаворонков. Жаворонков очень сильно бросает газ в красной воде. Очень много. Ты боишь еще одну попытку? Хотя уже времени не осталось. Так, а смысл? Вот это ливень у нас льет. У тебя уже тоже идет дождь? В Москве нет.
Офигеть, у меня тут как из ведра просто. Слышно шум? Нет. Ты слишком хорошего мнения о своем микрофоне. Тебе надо его купить 1000 за 3, потом будет, может, что слышно. Такой студийный, знаешь. И то через Discord вряд ли будет слышно. Да, Жаворонков не знает, что делать с машиной, чтобы она ехала. Он вроде аккуратно едет, но слишком едет. Да, у него она вообще не попадает в повороты. Он перекручивает руль, она не рулится. Он еще сильнее крутит руль, она еще сильнее не рулится. Стандартная ситуация. Ситуация. Он же всегда был быстрый, он, мне кажется, даже они что-то выиграл. Или в прошлом. О, еще ГТЕшка поехала такая. Да? Грозно. Это знаешь, это наш Руслан. Да не, нет ГТЕш. Где ты видишь ГТЕш? А. Да. Ай, Грозман хорош. Видел, да, Грозман выехал. Да, молодец. Молодец. Он, тем не менее, с Буневичем в команде. Ну, сейчас выпишут нам штраф за Руслана и Грозмана с Буневичем. Какой штраф, я тебя умоляю, ты что? Сам говорил. У меня pole position, мне сказали, понял. Посмотри, Грозман догоняет Жава. Сейчас он его еще сделает. А смотри, на прямиках мы здесь не можем быстро вылетать, да? В поворотах тоже практически никакого у нас тут нет преимущества по такой погоде. Поэтому в ЗТЕхе они, в принципе, не настолько уж медленны. И обгонять их будет тяжелее. Да ладно, нет, слушай, у нас намного мощнее и легче машина. Все-таки это разница большая у нас скорости с ГТЕшками. Да. Это вот на ГТЕ ГТ3 обгонять сложно, а нам-то что? Скажи об этом, Жал. Ну, слушай, это уже там, пусть сами разбираются. Егоров что-то ушел. Короче, посмотрел просто, как едет. Жаворон, походу, решил свалить. Так, осталось 5 машин. Мне, если честно, кажется, что Рябцев тоже свалит прямо во время гонки. Разложится. Потому что он, по-моему, он решил на шару проехать. На опыте, знаешь, типа такой. Сейчас вас щенков без тренировки, я приду, папочка сейчас все сделает. Ну, хотя, слушай, может получится. Что он может, в принципе, поехать, но вопрос, где будет скорость. Я думаю, он сейчас просто будет тупо ехать очень аккуратно и экономно. На самом деле, можно ехать медленно, никуда не вылетать. При этом ты будешь ехать быстрее, чем кто там. Так, надо вспомнить, у нас стартовая процедура какая вообще, я забыл. Мы лимитатор на третьем секторе включаем, да, по-моему, едем. А до этого, по-моему, там не больше 150, что-то. А лимитат, а третий сектор у нас где начинается, ты знаешь, отсечек? Ну, примерно, знаю. Перед выходом на заднюю прямую, там идут 2 правых поворота. А, ну да. Где-то между ними. Либо в начале так, первого, либо между ними, вот как раз идет отсечка третьего сектора. Попробуем. Не, Егоров вернулся к нам.
микстура, у меня вторая. Все, окей. Трекшн 9. Ну их же все равно поставить впереди ПТЕшки. Car left, clear left. Мхитарян выехал попрактиковаться. Car right. Right side's clear. Right side. Still there. Clear right. Илья, Мхитарян не едет, да? Вообще что-то слово почет. О, широко едет, как посох. Ты специально его не отгонишь? Да почему? Я думаю, что он точно сейчас не на второй микстуре едет. Я же тебе говорю, микстуру не видит, зачем? Я просто не знаю, что ты сейчас видишь. Там поначалу, да, я его специально не обгонял. Сейчас просто не догоняю. Хорошо едет. Ну, походу, да, прям дождевой стал. Yellow flag, sector one. Вот я в стратосферу улетел. Слушай, а Рябцев даже не практикуется. Он что-то странное задумал. Yellow flag in sector one. Green flag sector one. Прогноз 3 часа дождь, 3,5, потом будет суд. On your right, clear right. Сейчас проверим Виоленко на скорость. Ты меня слышишь, я сейчас говорю? Да, да, сухо будет.
2.23, это кто там на пустых баках практикуется? Сейчас. Хитарян. В чем смысл-то сейчас на пустых ездить? С чего ты взял, что он на пустых? Может, он просто хорошо едет? Sector 3 is yellow. Sector 3 is clear. А дождь закончился? Непонятно. И дождь закончился, да? Да не знаю, он то закончился, то идет. Он постоянно меняется. Ну вообще да, пишет 0%. Sector 3, your rear brakes are getting pretty hot. Your front brakes are getting pretty hot. Looks like P1 has gone off in the chicane. Green flag sector 3. Да, просто подсохло. Уже 74. А, ну да, и ты сразу проехал 20 метров. Возвращайся в боксы, отдохни 5 минут, подумай. Сейчас у меня эксперимент, я сравниваю микстуры по времени. У меня секунда. Большая разница, я не знаю, я вроде не ошибался. Микстура это тоже. Она после вот такой разницы не дает. The guy behind has just done a 221.8. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Мне кажется, у Рябцева не просто так он не ездит. У него, может, какие-то проблемы, кстати. Не может он что-то. Слушай, а у них с Егоровым машина одинаковая, возможно, что они вместе едут? Так, сейчас.
Тиграном тоже поаккуратнее будем, что-то иногда точки торможения пропускали. Рябцев выехал. Да ладно, за 40 секунд до окончания практики. По-моему, Рябцеву просто скучно с нами стало очень сильно. Ты здесь, Вадим? Здесь. The air temp is 29 Celsius, 60 minutes. Get ready, mate. Так, ну все. Three is now on wets.
work on the start, mate. This is great. Здесь ты говорил, да, третий сектор начинается? Да, да, здесь. Что-то, блин, долго ехать. Надо было им попозже что-нибудь придумать. Микстуру первую включи пока. Да я так на первой. Видишь, бесшумно едем вообще. Дождь пошел, да? Нет, с чего ты взял? Что кажется. Ты стримы включил, у меня аж видно все. Я же как питаю. Я тут на сервере сижу. Я буду смотреть все по фильму. А что там будешь смотреть на сервере? Отрывы? Сиди. Да. Я имею в виду, просто можешь на телефоне включить, чтобы видеть, что у меня конкретно. А, ты посмотришь. Ты планшет. Так, ну я на третьей микстуре все-таки стартану, чтобы... Ну все, удачи. Дел создать. Спасибо, поехали. Sector 3 is clear. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Галинг пропустил двойника. Дорога очень проходит. Мхитарян второй, ряд третий. А ты отрывы видишь?
Повторяем 3 секунды. Рома, видимо, ошибся, но уже 7, было 4, стало 7. Вегетариан чуть подъехать. Очень сильно режет он красный вот вообще прямой. Кто он? The car behind is catching. The gap's now 2.4 seconds. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. It looks like Senek has gone off in Radeon. Your rear brakes are starting to overheat. Your front brakes are pretty hot now. Sector 1 is clear. Сейчас будет снова 3. Последний сектор получше проходит. Последний поворот. See right front locking into La Source. Сейчас это меня туда снесло. Скорее просто срезает как-то раз просто. Now 2.0 seconds.
behind has just done a 217.8. Что, мне на вторую переходить микстуру уже? Экономим по полной. Ну, Мехидарян к тебе подъехал. Ну, я знаю, да. Он режет. Он прям режет открыто. Ну, а в последнем повороте ты прав. Slap in this session. Охренеть, он вообще бежит. Ну я тогда тоже так буду ехать, как он резать все нахер. Left side. Hold your line. Clear left. Ignore the aero damage, it's nothing. Везде широко едет очень. Не, ну там он вообще все круги срезает, просто срезает. Даже не пытается попасть, не сбрасывает газ, не даст нам, да? Just ignore him, he'll go away. Increased to 1.1. Your lap times are improving.
И Рома Рябц. Рома Рябц тоже там вышел. Короче, пока ответа нет, можешь не стесняться и фигачить там. Только аккуратнее, пожалуйста. Тебя заносит. Просыхает, видишь, дождя нет. Поэтому надо стараться быстрее ехать. Поэтому держись внутри, там, где более сухая траектория. Ты когда сухой на плажу съезжаешь, тебя заносит. Вегетариан вообще едет спокойно. На повышенной передаче просто его не заносит, он тебе приподвижен. Просто потому что аккуратно. Рябцы перестал от вас отставать. Green flag sector 3. Looks like P5's gone off in the chicane. Just done a 216.6.
у тебя прошел что ли? Right front locking into the chicane. Yellow flag, watch out. Looks like P6 has gone off in turn 9. You've got half your fuel left. Green flag sector 1. Где же дождь наш? Здесь сейчас пойдет. Behind is now 1.5 seconds. Slower class car ahead. Car left. Clear left. You've just done a 217.1. Все, приехал, да? Да. Мне еще добавили спереди. Я без колеса правого. Че, до бокса своим берешься? Да. Давай тогда я сяду, проеду свой отрезок. Потом бы с Русланом делать, что хотите. Давай. Хотя подожди, не. Я тоже уйти хотел. Так, главное сейчас побыстрее ехать. Green flag sector 1. Clear right. Как аварийку включить? Блин, не помешать бы, главное, никому. Надо помедленнее ехать. Yellow flag sector 1. А ты что, уже выбрался? Acknowledged. Pit stop requested. Главное довести до бокса. Я тебя уже выбрал, ты вообще? Да, я тебя тоже выбрал. В самом, блин, начале всю трассу ехать. Надо было назад сдать. Pit crew's ready.
Красная вода, проклятая. Так что там разложился там? Слушай, надо посмотреть повтор. Стрим мой глянь. Блять. Я еще долго буду ехать. Без колеса-то одного. А они его, кстати, поставят вообще? На пидстопе-то? Знаем, посмотрим. Знаем. Как же так, твоя любимая трасса? Ты чё, чё случилось? Не торопись. Мне главное, я обычно в красной воде, если даже заносит машину, ее отлавливаю. Там не так сложно это сделать. А здесь она как пошла, так и пошла в сторону. Вообще без вариантов. А мне еще в морду прилетел кто-то. Меня развернуло, я остановился на трассе, и кто-то на ГТЕшек прям в морду влетел. Не смог отрулить. Так, ну я уже близко к пятам. Да блин. Не тормози. Главное, нет никого на трассе. Мы одни. Да ну нахер. Я что за косяк сикел? Она без колеса не тормозит. 34 секунды. Может сойдем нахер? Давай попробуем. Может сейчас еще дождь пойдет, начнутся сходы. Главное, чтобы колесо поставили. Если вот колесо интересный поставили, момент. То... Ты что, не заглушил? Нет. Триста секунд, что, 5 минут, что ли? Хрень, мы сразу с 3 рублей, кстати. Я бы сошел страх, нахер. Пошли на велик кататься. Посмотрим, что будет происходить, если что, Руслан посадит тренер. Я уже больше, наверное, не поеду сегодня. А то это непонятно, во сколько будет. Кстати, есть официальная трансляция. Да ладно, кто это ее ведет? На расходе мешков. Слушай, да, непонятно, меня, я, видимо, не слишком по прямой заходил, а выруливал. Я вот сейчас смотрю повтор.
Короче, красная вода сыграла злую шутку. Это вот, знаешь, когда начинает подсыхать, ты пытаешься ей ускоряться же. Это вот фиговое самое время. Потому что я там обычно более осторожно проезжал, и было бы нормально. Уж все понятно. Сейчас он трек 21 уже, видишь, он подсыхает. Постоянно ты ускоряешься, ускоряешься. Это самое опасное. Чем когда идет дождь, ты всегда едешь осторожно и все. Лучше бы дождь сейчас пошел. Ну да. По дождю, мне кажется, темп у меня был быстрее, чем у конкурентов. Вот так, в принципе. Ну, этот там что-то ошибся как раз накануне. Тигран. Но он так держался позади все равно. Я от него не уезжал, уж точно. В меня Буцев на BMW впендюрился. Но я не шевелился, потому что, блин, начинаешь ехать в ту же сторону, куда люди тебя пытаются обрулить обычно. А ты, в смысле, уже ехал по дороге? Не, я же когда врезался в стену, меня развернуло, я стал поперек. Прямо на траектории почти. И стою, вижу, они едут, думаю, ну, блин, сейчас начнут куда-то ехать. По-любому в кого-нибудь еще хуже сделаю. И этот прям в меня. Включай официальную трансляцию. Мерси. Ты будешь рассказывать, что происходит. Да ничего не происходит. Мы в жопе. Что-то настроения ехать даже нет уже. Ехать ради того, чтобы просто доехать. Ты сдался. Да не, ну просто мы во скольких кругах-то будем. Это что, смысл? Главное, чтобы колесо поставили сейчас. Поставили, все. Целка. Осторожно, слева. Прикол в том, что у меня не отображается. У меня не отображается. Да? Мы в трех кругах. Осторожно здесь, блин. Что творится? Вадим, пошли гулять. У меня показывают. Оно очень быстро-быстро изнашивается. 39% осталось. Я не знаю, что с ним происходит. Да это тебя глючит просто, скорее всего. Нет, это не глючит. Ладно, тебе прикалываться. Видишь, что происходит с ним? Оно просто, оно у меня изнашивается. По секунду. А, может, знаешь, оно стоит очень криво. Они подвеску не сделали. Они колесо поставили, а оно криво стоит. Ну-ка, я посмотрю. Блин, а как увидеть-то колесо? А, надо включить. Да, чувак, у нас нет колеса. Все, заканчиваем гонку. Ты без колеса едешь правого. А почему мне написали, что оно поставилось, прикинь? Как ты вообще без колеса едешь так быстро? А, потому что тебе аэродинамику сделали. Попробуй сейчас заедь в пит-стоп, может, со второго раза поменяют?
Я вот не знаю, в R-Factor вообще ставят колеса. Красиво. Сергей Буцев, походу, тоже сошел. Это же он в меня врезался. Ой, пардоньте. Че у тебя пишет репэйр по времени? Тебя не слышно вообще. Потому что я ничего не говорю. Не, не ставлю. Лампа закончилась. Ну все, всем спасибо. Всем, как говорится, пока. Не в этот раз.